Чё, всем здорово. Давайте продолжать проходить крит. Привет, профессор. Ваш автомобиль ждет вас. Привет. Так, в прошлой серии сделали евро. Плюс победили этих уродов. Тога Про, Дрифт Гран-при. Тога Про чемпион, спонсор. Вот это, видимо, неплохо. Одна трасса, гора Харуны, холмы, Япония. 3 километра, это мало. Поехали. Тога. Динамичные гонки по узким горным дорогам в Японии. Тога Про проходит в дневное время на закрытых дорогах общего пользования. Побеждает участник, выполнивший 2 заезда за минимальное время. Вы совершите 2 заезда с каждым из соперников. Подъем в гору и спуск с горы. Контакт во время гонки строго запрещен. За столкновение всегда штрафуется догоняющий игрок, поэтому будьте осторожны при совершении обгона. Им нужна чистая езда по треку. Итак, есть Toyota Supra, Nissan 350Z туда подходит. Ага, Challenger, так, это дерьмо. Chevrolet Camaro Concept, не знаю, но тоже, наверное, фигня. Honda NSXR, Plymouth, Dodge Viper. Ой, это туда много чего подходит. Honda NSXR, тормоза не очень. Ну, конечно же, я возьму Skyline. Хотя, ну да, тут... Ну, здесь у нее показатель дисциплина, скорость чуть выше, чем у Skyline на полшарика. Но мне скорость зачем на горных серпантинных трассах? Конечно же, я беру Skyline, вне всяких сомнений. Он здесь будет наиболее эффективен. Если выбора бы не было, например, там Хонду купить надо было, все на Хондах, да, едут, тогда понятно. Сконцентрируйся на поворотах. В этой гонке у тебя всего один соперник. Да, я понял. Что, поехали. О, какой старт резвый. Заодно заучим эту горную трассу. Повороты посмотрим, запомним. Ну, этот на Мустанге лох, он не догонит на заднеприводное в своем корыте. А вот это я сейчас сглазил кучу и получил вылет. Довольно реалистично машина, кстати, ушла. Почему? Потому что где трава, там спуск вниз, яма такая есть небольшая. И машину просто туда затянуло в яму вниз. Классно. Так. Тут там надо было сразу тормоз газ нажать. Запомним. Все равно соперник-то лох. Если я ошибаюсь, то это мои ошибки. Никак не соперник на них не влияет. Все, что ли? А, теперь я его догоняю. О, все, я понял. А-ля NFS Carbon. Да. Только дистанция поближе. А он не сможет так стартовать на своем заднем приводном устане. Давай, до свидания. А, теперь мы, получается, поднимаемся вверх по горке. То сейчас я спускался, сейчас мы поднимаемся. Ну, все, ладно. Да, где здесь на Хонде выжимать максималку? Видите, поворот, 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 везде. Вот она не нужна. А разгон у Skyline лучше. Вот и все, он здесь просто лучше. Банально. Ну что, это лох какой-то оказался на Мустанге. Надеюсь, дальше будет посильнее. Crowland Time какой-то. Я не знаю, что это, кто это. Ты вышел в полуфинал. Не расслабляйся. Ну вот этот живой будет интереснее.
вот этим уже побороться можно, да, вон неплохо так повисает сзади. Z это уже машина. Но все равно до Skyline ему далеко. Отрываемся потихоньку. Вот снова идет спуск с горы, а сейчас будем подниматься. Хорошо. Что там время? 3 секунды я у него выиграл. Так держать, ты обошел его. Угу. Лучше проехал, чем в прошлый раз. О, блядь. Тоже 3 секунды. Кен Эзура. Финал. На чем интересного найдет? Думаю, что он на Skyline идет. Финал. Нет. Только ты и твой соперник. NSX-R. Или просто NSX-R. Итак, 4 секунды, еще и быстрее. Он медленнее, наверное, чем 350Z. Больше. Да, он даже хуже, чем он стартовал. Мой косяк. Делаем вот эту штуку. Лезть пытается, я его не пропущу никуда. Он же, ударившись в меня, получит штраф, я так понимаю, пенальти ему дадут. Очень хотелось бы посмотреть на это. Да, тот соперник пошустрее был на 350Z. Все равно. Правда, состязание довольно долгое. 3 раунда. По 6 заездов ты совершаешь за одну гонку. А если их подряд будет, то GoPro вот этих 2 или 3. То есть это получается 12 вообще заездов будет. Ну и так далее. Долгие соревнования.
Отличная гонка. Деньги текут рекой. Спонсора? Выступление за другие команды – отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Данлап Холса. Занять 5-е вот это вот будем, наверное, взять. Как минимум 2-е место чемпион. 5000 дает. Да, возьмем его. Так, ну что, соревнования. Дрифт Гран-при. Одна трасса. Соревнования по дрифту проводятся на вылет. Участники разделяются на пары. Вы совершаете заезд, в котором должны набрать больше очков, чем соперник. Одержав победу, вы переходите в следующий раунд. Очки присуждаются за угол, скорость и продолжительность дрифта. Чем больше угол заноса и скорость, тем больше очков. После выполнения дрифта вам дается небольшой период времени для выполнения следующего. Несколько дрифтов подряд называются комбинацией. Чем ближе к флагу дрифт, тем больше дополнительных очков. Постарайтесь не вылететь с трассы и ни во что не врезаться, иначе вы потеряете все заработанное. Удачи! Ну а что, оно не пропускается? Видео нажимаю. Если вы хотите участвовать в гонке, вам нужен автомобиль. Понтяк. Toyota Corolla. Скорость, дисциплина, устойчивость, тормоза. О, и вот это вот получше. Toyota Sorrow. Тормоза, устойчивость. Но она чуть побыстрее, чем это. Nissan Silvia нет. Impreza. Mazda RX-7. Устойчивость вообще почти никакой. Смотрите, две этих полоски. Nissan. Так, либо Toyota. Либо Toyota, вот такая. Давай берем. Да. Берем вот такую Тойотку. Потому что она меньше. А устойчивость у нее, ну, чуть-чуть меньше скорость. Ну, как скорость дрифт. Главное в этой гонке набрать больше очков. Да, какой вид использовать здесь? Чем ближе ты к флагу во время заноса, тем больше очков получаешь. Дрифт тема не моя, конечно. А, тут поворот такой. Раз еще нифига не знаю. Все что ли? А, один круг. Так, победил я его, да? Это было быстро. Сейчас попробую на другом виде проехать. Мы в полуфинале. Опять, и у него такая же Toyota, смотри-ка. Окей, профессор. Чем ближе ты к флагу во время заноса, тем больше очков получаешь. Ручник тут обязательно. Естественно. Кто без дрифт, без ручника никто-то и не дрифтит.
А, такой вид, он легкий. Видно всю трассу, машины. Так, там у меня получилось... Офигеть, 504 тысячи. Да. Будем тогда, наверное, этот вид брать. От третьего лица. Еще один заезд и победа наша. Сделай все возможное. На Сильвии, чувак. Попробую. Тоже этот же трек. Чем ближе ты к флагу во время заноса, тем больше очков получаешь. Комбо 4. Главное вот это вот его не сбить. Комбо. Очки удержать, сохранить, удержать. В прошлый раз он был занос. Чуть-чуть балансируем газом, но машина хорошо держится. Ну, маленько хуже, чем в прошлый раз прошел. Но все равно для победы этого хватило. Вот это самое главное. Вот дрифт классный, дрифт мне понравился. Тога Pro вот это по горам не очень, слишком затянуто долго. А вот дрифт классный. Хоть я его не великолепно люблю, но наши доходы растут. Тут мне он нравится. Люк. Ага. Так, Turbo World 4000, как минимум пятое место. Ну нет. Нет, нет, нет. Мисс. Итак, свободный дрифт. Фестиваль. Protuned. Тоже фестиваль. Toga Pro вверху. Protuned идет. Здесь что у нас? Три трассы. Поехали. Каждый участник соревнований по фристайл-дрифту на время выполняет три заезда на открытом участке. Цель – заработать максимальное количество очков за дрифт. Очки присуждаются за скорость, угол поворота и продолжительность дрифта. Чем больше угол и скорость, тем больше очков. После дрифта вам дается небольшой период времени для выполнения следующего приема. Несколько дрифтов подряд называются комбинацией. Побеждают набравшие наибольшее количество очков за три заезда. В сумме, да, я понял. Так, ну что, остаемся на Тойотке, не будем ее менять, пока она меня устраивает во всем. Ну, погнали. А, то есть карта свободна, где хочу, там еду, набираю, да? Да-да-да. Хорошо. Какой же мерзкий голос у этого японца, кто это? Сварасидорицес! Поинтога, унаги нобори да!
Сам язык мерзкий, звучит мерзко. То есть я правильно понял, на каждой трассе по 3 попытки или по попытке на каждой трассе? Наверное, все-таки по попытке на каждой трассе. И в сумме уже за 3 заезда. Да, вроде та же самая абсолютно трасса. Минута 30 время. Если по попытке на каждой трассе, то это классно. Если, то есть, сейчас третья попытка на этой же трассе, потом следующая гонка, а другая уже трасса, то это, конечно, за уши притянуто, сильно затянуто будет. Блин, у меня еще и напарник что-то там получает. Да, это другая трасса, видите, картон. Значит, тут по попытке на трассу идет. Твою мать, а? Запорол. Комбу запорол. Я такую комбу держал и запорол. Все, дрифт провалился. Одна попытка. Полторы минуты. Хоть какое-нибудь место, чтобы занять. Давайте подобьем маленько очков. Это ж не НФС, чтобы знаки дорожные сбивать.
А, опа. Множитель сработал. Заебись. Я забыл про него. Так, ну что сейчас будет? Так, раз музыка заиграла, все, соревнования я прошел. Просуммировали общее число очков и вывели место первое. Вот тогда окей, вот это вот. Отлично. Это норм. Пока это ваш наибольший заработок. Так, новые спонсоры еще открылись. Угу. Давай посмотрим их условия. КС, первое место занять. Как минимум второе место. Дойти до финиша. Ну, я не буду менять. Протюнед. Две трассы. Трасса в порту, трасса в порту. Ладно, давайте пройдем. Так, Toyota, Nissan, Honda. Естественно, берем Nissan. Даже не обсуждается. Спонсор Интеркомп. Т. Он вдвойне платит. Эту команду нам предстоит победить, но этот парень твой главный сапер. Тайм Шарк. Понял. Супра белая. Узкая трасса. Ого. Кинуло сразу так. Отлично, приятель. Я прямо перед тобой. Давай. Если первый придешь, я не буду против. Вообще не знаю трассу. Совершенно. Я за Ниссаном еду просто и все. Это мне нравится. Ты на первом месте. Огромная шпилька. Какой позор! Я на последнем месте! На последнем месте? Блядь. Ты же ехал впереди меня. Откуда там был? Третий, четвертый? Как это на последнем месте? Что, опять менять напарника придется? Нахуй я его туда надо. Можно не нанимать напарника, а? Не тратиться на него. Ну, не нужен он мне. Ну, только руинит все мне. Такой напарник он нужен. Или посмотреть за 100 тысяч какого-нибудь самого дорогого напарника. Наверное, так и сделаю. Ой. Пофиг, пусть берет 50%. Со спонсоров, но если он будет брать призовые места, мне он устроит. Отлично, профессор. Ты установил личный рекорд на этой трассе. Блин, стекло треснуло, сука. Видимо, у тебя повреждено левое переднее колесо. Да, повреждено маленько. И звук есть характерный. Thank you.
Отличная гонка. Так, смотрим место, на котором пришел напарник. 11-е. Понятно. Угу. На одну очку. Кое-как я вытянул здесь. Будем менять тогда и его. Я посмотрю самого дорогого вообще, который есть. Сколько там миллионов стоит? Оп. Ой, его в конец пилотона еще поставили. Он тут, наверное, вообще не доедет. Поджал меня на Хонде. Чуть не втетерился из-за него. И я вас срежу. Загородили тут. Поздравляю, ты установил новый рекорд круга. Да я даже и не знал, что так выйдет. Отлично, ты лидируешь. Где комментарии от напарника? Почему я не слышу звуков? Я там позади тебя, я там вышел на какое-то место. Где он? Неужели он последний идет? Четыре еще круга тут офигеть. Поздравляю! Ты установил новый рекорд круга! Благодарствую. Да, тут только Nissan сможет так ехать. Этот Zetune Skyline Nismo. Или как там он называется. Ну что, поставили? Отлично. Поставили. Замедлился. Тут рекорда не будет. Ну, тоже кружок неплохой. Отличная гонка. Вот так надо ехать. Он пришел снова 11-й. Нет, все. Увольняем его. Таких не берут космонавта. Он в итоге приехал последний по очкам. 12-й. Его там какой-то японец опередил. Не делай это. Он мне проваливает чемпионата. Вы вот-вот получите лицензию J-Speed Super 2. Примите участие еще в одной японской гонке. Вы выиграли. Charles Эти Speed деньги нам Race пригодятся. Да. Новые спонсора. Давай посмотрим, что они предлагают. Минимум второе. Так, Джун. 6500, как минимум первое место он дает. Вот это вот интересно. Давай возьмем, заменим. Все-таки побаще у него. Маленько больше. Итак, напарник. Волите заменить. Стоимость. 20 миллионов есть. Ого, нет, пока так нет. От 200 тысяч до миллиона. Регион Европа. Ну, пусть будет Европа. Процент от побед. 31-40%. 41, наверное, 50% даже. Давай вот так сделаем. Профи. Вот, смотрите, класс. Профи, профи, профи. Дэвис Хант. Формулы, формулы, формулы. А чё, других нету чуваков? А так. Pro Muscle, Touring, Drift, Grand Prix.
Туринг, Pro Mass Muscle Car, да? Пол Коллинз. Офигеть у них показатели, у этих чуваков. Надежность минимальная. Так, надо... Я не знаю, какого брать. А есть универсальный? Ну, так, ладно, маленько. Профи формулы, 45% от побед. Крис Говард. Где-то я видел этот ник уже. Так. Туринг, ProTuned. Брайан Якобс. Профи. 124 тысячи стоимость контракта. Туринг. Так, давай, наверное, вот этого возьмем, попробуем. Профи, специализация. ProTuned. Дуглас. Тирстен. Давай посмотрим вообще по соревнованиям, каких там будет больше. 24-часовая гонка Лимана проходит на одной из... Пока пропускаем. Итак, начинается новый сезон. С напарником не рассчитаюсь. Вы одержали 4 победы в этом... ProTuned, формула Туринг, престиж, выносливость, GT, выносливость, GT, формула престиж, Pro Mask, мускулы. Там есть и все. Так, дрифт гран-при, GT1 серия с прототипа, выносливость, дрифт гран-при. Так, наверное, нет, наверное, имеет смысл взять. А вот так, Японию не смотрел. Новичок, нет, не устраивает. Берем вот это Дуглас 3 Тирстен. 104 тысячи стоимость контракта, 50% от победы мод стегиваешь. Или Том Вибли, вот этот. Нет, все, вот этого беру. Хороший выбор. Он отлично нам подойдет. Специализация, у него высокая расчетливость, класс, реакция, надежность хорошая. Агрессивность минимальная, она не нужна мне. И профи он, ранг у него, а не новичок. Мне кажется, этот уже будет нормально ездить. Ну, посмотрим в следующей серии на это. Спасибо всем за просмотр, всем пока.